История Рапунцель. В одном королевстве жила очень красивая девушка. У нее были необычные золотые волосы. Эти волосы освещали все поля. И вот однажды пошла Рапунцель в поле собирать красивые очень цветы. Но вдруг шла страшная колдунья. Она была очень хитрой. И у нее было волшебное зелье. Когда выпиваешь это зелье, из плохого превращаешься в хорошего. Но на самом деле внутри она остается злой. И Рапунцель не узнала эту злую колдунью. Подумала она, что это хорошая девочка. Колдунья ей говорит: пойдем, у меня такой вкусный чай с круассанами. Ой-ой-ой, что же случилось дальше? Привела злая колдунья Рапунцель в замок, закрыла ее в самой высокой башне и наложила чары. Пока не приедет любовь принц, будет невозможно вылезти из замка. Через леса, через поля скачет правый принц. Но вдруг он увидел, что на поле ни одного красивого цветочка. Что же случилось? Весело ему нашептал на ухо: пропала наша любимая Рапунцель. Спаси ее из заточения злого. Сидит она в замке и плачет. И ждет настоящего принца, который должен полюбить ее. Жаль стало принцу эту красивую страну волшебную. И решил он спасти Рапунцель. Не знал он, что влюбится в эту красивую Рапунцель. Прискакал он в замку, увидел ее красоту и влюбился очень сильно. Он ее из заточения спас. Они сели в карету и поехали в очень красивый замок. Когда они прибыли в этот красивый замок, принц сделал предложение руки и сердца. Согласилась Рапунцель. И стали они жить, поживать долго и счастливо. Все вокруг ожило, зацвело и запело. Даже маленький малюсенький хамелеончик фотоаппаратом прибежал и снимал очень красивую свадьбу. А в конце они поехали в свадебное путешествие. Всю эту историю нам поведали маленькие волшебные рыбки. Конечно же, и я, лягушка, ква-ква. Конец.